Так, всем привет. В общем, подходим к тупикам, к ЖД-тупикам, да, там, где лесопилки находятся. И сегодня я расскажу вам про расценки на ленточных пилорамах. О, нифига, леса сколько. Ну, нормально. Так, сейчас я встану где-нибудь в удобном месте. Так, вот отсюда вот удобно снимать. В общем, вот там вот цех есть, да? А что я его снимаю? Дело в том, что вот там вот только пилят по выходу. То есть на ленточке, на авангарде. Только по выходу расценка. Больше они не пилят. Там даже нету, по-моему, кромка обрезного. Полностью на обрезную доску идет, на брус. В общем, там расценка 700 рублей. Там, где я работаю сейчас, там по выходу не пилят. То есть обрезной чисто не пилят. Вот там еще тупик есть, да, где я тоже работал. Там тоже не пилят. А расценки какие? В общем, это не на моей работе, вот в этом цеху. А меня звали туда, да? 700 рублей с куба. Чистый, чистый пиломатериал уже с выхода. Так, вот там в развал только не обрезная доска. Вот там идет 150 куб. Вот там, где второй экран стоит. В общем, я работал там последнее время, зимой. И вот там мой новый тупик. Вот там 250. То есть мое новое место работы, вот там 250. По входу. Вот там развал тоже по входу, вот там на том тупике. А здесь что получается? Здесь получается 250. Но здесь мы пилим и не обрезную доску, и обрезную доску. Сейчас я подойдем, я покажу. Так, ну что, надо рассказать, сколько я здесь зарабатываю, да? То есть, точнее, расценку. Про заработок я потом расскажу. В общем, по входу 250. Это значит, мы пилим лафеты, и лафет уже распускаем на доску. Доска в основном 50-я и 40-я, ну, по толщине. А лафет в зависимости от бревна. Вот иногда брус пилим. В общем, у нас тут по заказам приезжают, да, заказывают. А если заказов нету, то 50-ку пилим. Так, сейчас обед. Я на час сегодня опоздал на автобус. Час, наверное, с опилками провозились. 3 бака таких вывезли. И у меня тут 19 бревен. 19 бревен. Так, сколько это кубов? 5, наверное. Ну, часа 3,5 пилили. Вот еще нам бросили четверу. Четверу тоже самое. Мы четверу не пилим, просто четверу пилит вон та ленточка, где Этька пилит. Этька сегодня не вышел на работу. Ну, вот такие вот расценки. А потом расскажу, сколько я зарабатываю и сколько можно заработать.